Многие юзеры находят на мышке две кнопочки – левую и правую, а на клавиатуре заветный Ctrl-Alt-Delete. Собственно говоря, на этом и успокаиваются. Между прочим, совершенно зря. В Винде, особенно в семерке, есть много полезных сочетаний кнопок, которые нужно запомнить и применить. Работа пойдет проще, если использовать горячие клавиши. Открытые вкладки, уютно свернувшиеся на панели задач, можно посмотреть, используя кнопки Win-T. Вкладки будут последовательно появляться в виде иконок. Если вы хотите запустить из панели задач какое-нибудь приложение, да не просто открыть, а от лица администратора со всеми полагающимися ему правами, зажмите Ctrl-Shift и кликайте на приложение. Понаоткрывали 40 окон? Свернуть их в секунду помогут клавиши Win-D. Если нужно только глянуть на рабочий стол, а потом снова вернуться во вкладки, используйте кнопки Win-Space. Отпустите их, и можно снова работать работу. Сочетание Win-Right или Win-Left приклеит окно к правой или левой границе экрана. Win и стрелочка вниз – окно станет маленьким. Win и стрелочка вверх – развернуть окно во весь экран. Режим Aero включается с помощью кнопок Win-Tab. Все открытые окна эффектно поплывут по экрану или понесутся, смотря с какой силой и настойчивостью зажимать Tab. Чем больше открытых окон, тем симпатичнее. Выбрали нужное окно – отпускайте клавиши. Вот, пожалуйста, нужное приложение. Чего-то не разглядели? Можно, конечно, и шрифт увеличить, а можно воспользоваться кнопками Win и Plus – эффект наезда камеры. Отъезд изобразим с помощью клавиши Win и кнопки Минус. Для богатых юзеров с двумя мониторами есть удобнейшие клавиши Win-Shift-Left и Win-Shift-Right. Открытое окно переносится на левый или на правый десктоп соответственно. А с помощью клавиши Win-P можно настроить удобный для себя вид двух мониторов. Подключить только проектор или только компьютер. Растянуть рабочий стол сразу на два монитора или дублировать рабочую область. Чтобы зайти в проводник, используйте комбинацию Win-E. Центр специальных возможностей, который поможет работать на компьютере людям с ограниченными возможностями, открывается сразу, если нажать на кнопки Win-U. Владельцам ноутбуков и нетбуков доступна еще одна комбинация клавиш – Win-X. Нажмите, чтобы вызвать центр мобильности. Все, надоело. Хватит с меня всяких клавиш. Пора использовать самую главную нашу комбинацию – Win, стрелочка вправо и Enter. Собственно, она нужна для того, чтобы выключить наш компьютер. Только не используйте все эти клавиши одновременно, иначе у вас просто ничего не получится. Так, стоп, не спешите пробовать. У нас есть для вас еще кое-что вкусненькое. С горячими клавишами вы превратились в господина своего компьютера. А не хотите ли стать богом? Мы научим. Создаем новую папку. Кстати, сделать это можно комбинацией Ctrl-Shift-N. Переименовываем. Пишем вот эту сложно сочиненную строчку, не пропуская ни одного символа. Теперь Enter. И режим бога включен. Администрируйте на здоровье.